Неделя снижения потребления поваренной соли объявлена в Алтайском крае. Почему специалисты решили взять на контроль именно эту пищевую добавку и как понять, что в организме уже переизбыток соли? Об этом поговорим в студии, а у нас в гостях Татьяна Репкина, главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Александр Когтев, заведующий терапевтическим отделением номер 1 городской больницы номер 8. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему решили провести такую неделю? У нас что, проблемы с потреблением соли? Это возможность привлечь внимание наших граждан к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточное потребление соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употребление соли не более 5 грамм. Это чайная ложка без горки. В сутки? В сутки. Нужно помнить о том, что ряд есть продуктов, которые содержат в своем составе скрытую соль. Поэтому обращать внимание, ограничивать соль, не досаливать. Это должно стать культурой питания. И в ряде стран, например, в Финляндии, есть целая программа по снижению употребления соли. И в ряде крупнейших научных исследований доказано, о том, что если снизить на 1 грамм употребления соли на 5-8 миллиметров ртутного столба, можно снижать артериальное давление. Продукты со скрытым содержанием соли, это же не только квашеная капуста, вот из таких неочевидных. Прежде всего, это хлеб, это сдобные продукты, как бы показалось нам не странно. А второе, это, конечно, колбасы, это копчености, сыры твердые, соленые. Являются источником. И, конечно, фастфуд, гамбургеры, сэндвичи и чипсы. Это те продукты, которые содержат избыточное потребление соли. Ну и, конечно, наша культура питания, да, сибиряков, она отличается тем, что это солености, большое количество, особенно в зимний период, и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, конечно, нужно в свой рацион включать как можно меньше таких продуктов. Ну вот говорим про сердечно-сосудистые заболевания. А для обычного человека неужели соль так вредна? Ну, конечно, Татьяна уже сказала про рекомендации Всемирной организации здравоохранения, рекомендуемые 5 грамм. Но жизненный опыт показывает, что потребляем каждый день мы в среднем в 2, а то и в 3 раза больше соли. И это при условии, что мы как бы не досаливаем, как принято говорить, пищу из солонки. Поэтому проблемы, которые возникают в дальнейшем при длительном употреблении большого количества соли, они перерастают уже в болезни сердечно-сосудистой системы в виде там, инфаркта, сердечной недостаточности, гипертонической болезни. Это ведь лишь сопутствующая причина, не основная вот эта вот соль. Дело в том, что на сегодняшний день, мы же в 21 веке живем, уже есть большая доказательная база именно о вреде избыточного потребления соли. Доказательная так называемая медицина, и где все точки над «и» расставлены, проведены множество исследований, доказывающих вред, и исследования, которые показали положительный эффект, если уже при имеющихся патологических изменениях, там, наличии болезни, гипертонии, либо ишемической болезни сердца, если снизить потребление соли, то есть соблюдать диету, получен положительный эффект. Поэтому, как бы это ни звучало странно, действительно банальная соль на сегодняшний день, это правильно называют то белая смерть. Слушайте, ну мы же наверняка не проводили никакие исследования, ну вот в частности на пациентах Барнаула, но статистику все равно ведете. Вот пришел к вам с заболеванием сердца человек, начинаете проводить анкетирование, да, что, как, чем питаетесь в том числе, да, и вот уже было подтверждение тому, что он действительно ел много соли. Конечно, мы уточняем, имеет ли, какая культура, пищевая культура у конкретного пациента. И, конечно, мы оцениваем, сколько употребляют соли.
А если солонка на столе? На сегодняшний день мы рекомендуем, да, убрать вообще солонку. И, да, убрать солонку и вкусовые качества. Конечно, соль придает вкус пищи. И, конечно, заменить это специями, травами, соусами домашнего приготовления. Все то, что будет усиливать вкус. И это прекрасная мера. В тех случаях, когда пациент не готов отказаться, да, расстаться с солонкой на столе, мы рекомендуем заклеивать эти дырочки, чтобы во всяком случае, потому что контролировать, сколько он насыпет, это крайне сложно. Поэтому оставить 1-2 дырочки, и чтобы количество той соли, которая будет досаливать пациента, ее будет значимо меньше. И, конечно, мы сталкиваемся как врачи, особенно в лечении гипертонической болезни, когда пациент получает антигипертензивную терапию и при этом потребляет избыточное количество соли, достичь целевых показателей артериального давления крайне сложно. А в некоторых случаях и невозможно. Поэтому есть ряд диет, они так называемые бессолевые, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда мы назначаем такую диету и видим хороший терапевтический эффект. Но соль нам необходима. Вот я хотела необходимо об этом говорить. Она необходима, она жизненно необходима нам для поддержания баланса, гомеостаза организма. Но вот при ряде заболеваний, например, при хронической сердечной недостаточности, мы рекомендуем не 5 грамм соли, а всего лишь 3, еще значительно меньше. Поэтому вот в этом диапазоне мы должны научить наших пациентов контролировать, сколько мы добавляем соли. Ну вот уже сказали о том, что соль организму так или иначе в умеренных количествах необходима. А, во-первых, для чего? Какие функции она поддерживает? И что будет, если вот сейчас кто-то посмотрит наше с вами интервью и скажет: «О, она вредна, откажусь от нее совсем». Ну, к сказанному что я могу добавить? Да, действительно, соль, натрий, хлор, необходимые элементы натрия и хлора должны быть и присутствуют в организме. Но опять же, согласно исследованиям, суточная потребность невелика, и она, в принципе, полностью компенсируется обычными продуктами, полуфабрикатами, так назовем, которые мы уже берем в магазине. Я, как врач, как говорится, сталкиваюсь уже с проблемой, когда болезнь проявила себя, и избыток натрия в том числе можно и нужно заподозрить, если пациент приходит к нам с жалобами на одышку, утомляемость, появление отеков, повышение давления артериального, возможно, боли в грудной клетке, которые потом приходится дифференцировать, там острые состояния болезни сердца. То есть избыток жидкости имеет свою клиническую картину, которую мы можем увидеть уже при первичном осмотре пациента, а пациент может, ну, своими словами рассказать, что его беспокоит. Та же одышка, пошел в магазин, не дошел, остановился, по лесенке поднимается, когда они нам рассказывают, на второй этаж сразу не может подняться, а раньше подымался, поэтому появилась одышка и так далее. Ну, мне кажется, все это больше какие-то возрастные изменения, потому что не каждый молодой человек вот на эти одышки будет жаловаться. Я тут могу вам возразить, потому что на сегодняшний день, и это уже, можно сказать, в течение последних десятилетий, все сердечно-сосудистые заболевания помолодели, как мы говорим. То есть инфаркты, инсульты у молодых, трудоспособных, до 40 лет, особенно мужчин, стало в кавычках нормой. Да стресс и все это, а не соль. Ну, стресс играет, конечно, свою роль. По поводу того, совсем не есть соль. Но я еще раз говорю, это очень сложно сделать. Мы все равно в течение дня из разных продуктов, даже овощи, фрукты, которые мы можем просто у себя на даче снять с дерева либо с грядки, они уже содержат натрий и хлор. Натрий, да, клетка, гомеостаз, хлор, соляная кислота, желудок, все это понятно, но
еще раз говорю, на сегодняшний день нет такой ситуации, чтобы человек остался без соли, и это привело бы к какой-то катастрофе, потому что он перестал есть соль. Но если вот вышеперечисленные симптомы не беспокоят, ни одышка, ни боли в сердце, в общем, чувствуешь себя достаточно хорошо, стоит ли все равно пойти к врачу, какие анализы необходимо сдать, чтобы, вот, в общем-то, контролировать и не доводить вот до какой-то чрезвычайной истории? Ну, давайте я отвечу, наверное, на ваш вопрос. Есть и остается понятие диспансеризации. И в былые годы все было достаточно неплохо. Раз в год человек сдает анализы, биохимические анализы крови, мочи, там, кардиограмма, флюорография. Проводится мониторинг. Есть жалобы или нет, симптомы есть или нет, и изменения в анализах, ЭКГ. Плюс, как и положено, учитывается наследственность у человека. Родители болели, не болели сердечными сосудистыми заболеваниями, в частности, там, или диабетом, ожирение сюда же. И можно было строить какой-то прогноз на ближайший там год. Что сдавать, какие анализы, какие параметры контролировать. Если пациент у нас попадает в группу риска, если у него в течение года были жалобы, либо факты, если мы говорим о гипертонии, зафиксированы повышенные цифры давления, ну, что у нас там, больше, чем 140 на 90. Плюс наследственность, плюс возможное ожирение. Можно и нужно задавать вопрос, о чем человек питается и как он питается. Ну, правда, 9 из 10 говорят, что они соль не едят, это понятно. И даже вы, возможно, скажете, что соль не едите, потому что наши вкусовые рецепторы, они приучены к тому количеству соли, которое мы каждый день съедаем. А сколько мы съедаем с вами, мы не знаем. Я не скажу, что я не ем соль, но вот вы начали чуть-чуть до этого как уже размышлять о диспансеризации, что если раньше она была, и это было как бы нормой, то сегодня она тоже есть, она возрождается. Наверное. Недавно мне позвонили, пригласили. Ну, там автоответчик, да. Конечно, я сказала, отлично, спасибо. И вы я надеюсь, что вы уделили внимание своему здоровью. К сожалению, нет. Давайте, у нас остается совсем немного времени, стоит еще вернуться к этой самой неделе отказа от поваренной соли. Что входит вот в череду мероприятий? Что будет проходить? Конечно, мы должны напомнить о том, что соль должна быть йодированная. Это абсолютно точно и на сегодняшний день. Кстати, хотела же действительно спросить, да. Полезная наверняка есть, конечно, соль? Конечно, есть соль полезная, и она в количестве до 5 грамм, она вреда не наносит. В избыточном количестве, конечно, да. Мы должны напомнить о том, что мы проживаем в субъекте с йододефицитом. И, конечно, в рацион мы должны включать исключительно йодированную соль. Это очень важно. Мы должны напомнить о том, что культура от пищевого поведения, соль от пищевого поведения, ну, рассматривать невозможно. Мы должны напомнить о том, что пищевое поведение формируется в семье. И если в семье у нас есть детки, нужно научить и формировать эту культуру, не досаливать. Не досаливать. Это какие-то мероприятия будут в течение недели? В течение этой недели, конечно, у нас, во-первых, у нас месячник пожилого человека еще проходит, и мы на базе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводим прием пациентов, и это возможность получить профилактическую консультацию по коррекции факторов риска. И избыточное потребление соли абсолютно относится к таким факторам риска, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому мы всех приглашаем. 3 шестерки 750 посетить наш центр. Спасибо за эту полезную беседу. Извините, я вас перебила буквально 20 секунд. Могу добавить про пищевое поведение. Семья, в семье появился пациент, если, то, конечно, семья должна помогать пациенту, то есть психологическую поддержку. Если уж не есть соль, то все не едят соль. Почему-то, когда один садится на диету, другие вокруг едят, и никто никого не поддерживает. Вот это как раз очень плохо. Да, спасибо за эту полезную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Репкина, главный врач Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Александр Когтев, заведующий терапевтическим отделением номер 1 городской больницы номер 8.